Да, давай. Скажем. Всем привет, с вами Фогист. И сегодня мы снимаем РДМ шоу, то бишь будем убивать всех и все подряд, что видим. Будет мне помогать напарник Суслик, поздоровайся. Да, здорово всем, пацаны. Всем привет, и это очередные галосплейщики. Какая серия у вас летсплея по Майнкрафту? Давайте. Говори, я не слышу, что он говорит. Какая у нас серия летсплея по Майнкрафту? Выживание с Фогистом и Сусликом, часть 17. Приключения рис. Короче, свиней нашли, убивай. Это шутка, я не знаю. Это минутка. Приключения ли? Продолжение приключений. Слышь, я сейчас сыр возьму. Какой сыр, не смей. Я детектив, давай скорее начинай. Да уже давно. Давай, я кого-то убил. Ты где? Я по центру в доме, что, где тогда ты еще кучу людей свешал. Сейчас бегу на крышу. На крышу, окей. Где? What the fuck? Тихо, тихо, ты не стреляй. Где тут шмаляет? Аккуратно, иди, никого не убивай. Тихо, 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 ребят, инфа просочилась. Школьники, тихо, тихо, тихо. Надо кое-что сказать. Вот сейчас скажу, потом будете мешать. Всем привет, с вами Фогрест, и мы продолжаем снимать шоу Супер РДМ. И теперь восстает Орда против всяких дегенератов, как большинство игроков этого сервера. Орда, вы со мной? Крейзи Василий, Фир, Волк и Миксерс 343. Так, понятно. Крейзи Василий. Так, давай, типа, говори в этот микрофон, типа, там, записываешь, давай. Крейзи Василий, Фир, Волк. Крейзи Василий, да, ты говоришь? Потом кто еще? Волк, Фир, Волк. Так, Фир, Волк еще трейдер, да? Потом кто еще? Миксерс 343. А, Миксерс 343, так, еще кто? Конга за Сапамида, только это неправда. Давай, давай, давай. Кто? А, Конга за Сапамида, да, вот, еще Конга за Сапамида. Ой, пацаны, у меня что, микро был включен, что ли? Ой, блин, вот, вот это я облажался. Что же делать, а? Блин. Я всех трейдеров спалил. Он тут один, да? Нет, детектив сзади. Да его убил. Забез на место. Кто ж победит? Давайте поставим вопрос. Сейчас он будет искать его. Так, давай, зайди в комнату, стрельни в стенку. Вот это профессионализм. Выбегаем, выбегаем. Осталась дверь. Открываем, открываем. Смотрим, нет ли никого. Стреляем. Стрельба, давай, давай, давай. Опа, оп, оп, оп. Давай маневрируем. Теряем все жизни. Убегаем по лестнице. Убегаем. Смотрим на первую профи. Кто выиграет? Где мы Я на тебя 5 рарок поставил. Не надо. Это как бы мне тоже неприятно. Тебе неприятно. Это ж нормально. А ты адекватно. Истории! Вот! Никита! Я сегодня в школе на одного пацана харкнул. Сказал, у тебя спина грязная, он не поверил. Но он меня потом чуть не отпиздил, конечно. История от Никиты. Всё, блядь, давайте, куда мы? Минутка истории от Никиты. Я сказала, я... У меня будет много подписчиков! Заткнись, у тебя очень мерзкий голос. Ты мерзкий дрыщ! Ты где? Ты где? Ты да в том месте, где замес. Да ты что такой далекий? Я не успею до тебя добежать. Ну ладно. Ну прям сразу давай сейчас запираемся, там кто заходит сразу, биф-паф. Ребята, а кто Юзи смотрит? Детектив. Я смотрю. Каптан Блэк, Стоун Колд и может в дотку. Кто ее смотрит? Школьник отвечает, я смотрю. Кто смотрит просто?
Каптейн Блэк может в долг, как кто? Stone Cold. Ты вот где, вот скажи. Прям в том месте, где замес эпичный. Все, давай. Свет вырви. Забанит автоматически. А чё мне среди? Ой. Слышь? Да слышу. В чем проблема найти новый сервер? Или в чем проблема пойти в что-нибудь другое поиграть? Давай открываем, сейчас всех выносим. Давай, раз, два, три. Как уже. Хочешь. Я тебя задел? Нет. Парни, как кто-то еще подошел. Привет, надо. Давай вот в эту, комнату. Не-не-не, давай прям на входе. Тихо, сейчас. Смотри, потому что ты детектив. Так, детектив. Злюка, иди сюда, я тебя проверю. Пошли там портейбл, проверка стоит, пошли. С мной. Все за мной, ребят. Ладно, пойду на другую проверку. Гоинг. Ух ты. Нифига. Вешай еще. Это я еще не слышу. Ребят. На втором этаже в этой, где замес эпичный был, туда. Злюк, сюда давай. Ух ты! Детектив, ну-ка проверь-ка. Детективы должны управлять. Пацаны, вот этот, ты, вот этот. Simple Gold. Simple Gold. Входи, убивай того, кто там сидит. Трейдеры, смотрите, здесь трейдеры, я вам на лоха отвечаю. Я. Убивает трейдер! Убей! Да Фогард, блядь, заебал РДМить, тебя сейчас забанят. Фогард, заебал РДМить. Давайте всех повешаем. Вот ты посмотри, как мы царско всех вынесли, вот ты посмотри. Ты записывал хоть? Да. Да, хорошо. Ты просто посмотри, сколько мяса. Сколько мяса. Что? Вот это знаешь, как... Парни, как на верху живёшь? Ты хочешь сказать, что это того стоит? Да. Чего? Что сказал? Хоть я своей 770-й больше на биткоине, но... чем с партнерки получу. У меня завалишь. Ладно, отлично получилось. Сейчас я всех убью. Ты пока ищи. Слишком низкая карма.